Всем привет, с вами снова Макс Сойч. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Bang Bang Totally Accurate Redneck Simulator. И у нас второй сезон. Ну что ж, поехали. Так, у нас какая-то непонятная жижа. Наподобие пива. Так, есть одна бутылочка. Бутылки всплывают, кстати, это здорово. Я думаю, это нам должно помочь. Так, все, в принципе, практически так же, за исключением того, что когда пуля попадает в жидкость, то она замедляется. Так, ребят, давайте подождем, пока бутылочки все всплывут, и, может быть, будет попроще. Ага, но им доски мешают и кружки. Опа-на. Смотрите-ка, доски достаточно легкие, то есть их не составляет большого труда столкнуть куда-то. Это, конечно, плюс. Мне кажется, в любом случае это легче, чем миссии с телевизором. Главное просто растолкать все ненужное и, в принципе, нормально, я думаю. Вот, отлично, одна есть. Давайте теперь с этой стороны все расталкивать. Только бы в себя, конечно, не попасть. А так нормально. Так, еще одна есть и, в принципе, одна осталась. Замечательно. Так, ребят, давайте попробуем забить бутылку справа сначала, потому что изначально я пробовал стрелять в огнетушитель, он сбивает то здоровенное бревно, и это бревно летит как раз сюда и закрывает вот эту бутылку справа. Потом ее никак не достать. Поэтому остается вариант... Вот так вот сначала ее, а потом уже все остальное. По возможности. Вот. Теперь давайте наверху. Так, замечательно. Ну и теперь одно из не самых простых, но относительно легких. Сбить бутылку слева. Почти, ребят, почти, если бы бокал не помешал, сейчас бы уже сбили. Есть! Замечательно. Что-то мне кажется, что это один из самых несложных уровней. Главное только... стрелять точно. Не завалить бутылку вот этими... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Хотел сказать я, но уже все сбил. Отлично. Так. Несколько раз я пытался застрелить этот огнетушитель, но может быть не стоит его трогать? Может быть можно как-то обойтись без этого? Сейчас бутылочку вот так вот заодно. Хопа. Хаоса мы там навели, конечно. Осталась одна бутылка. Есть! О-о-о-о! Вот это да! Вот это я херанул.
Так, давайте, пожалуй, вон с той дальней начнем. Ух ты! Вот это я удачно попал. Есть! Так, замечательно. Теперь вот как бы... Вот ту хрень справа сбить бы. Так, доска мешает. Ух, ё. Да, здесь только вся надежда на удачу. Да, разогнали мы там все, что только можно. Так, давайте через верх тогда, внизу заклинило все. Ох, ё. Да, через верх что-то как-то не очень. Давайте продолжим, сейчас мы как раз сюда. Тут-то под водой легче нам будет целиться, всяко. Правильно? Давай, есть! Есть, отлично. Отлично. Ох, нихера себе, сказал я себе. Так, ну я думаю, на самом деле уровень, наверное, не такой сложный, как кажется. На первый взгляд. Все на рикошетах основано. Так. Теперь давайте вот эту попробуем. Не знаю даже, как тут стрелять-то. Так, руки прям ходуном ходят. Да, сложно, однако. Так, давайте продолжим. Потому что... Мне кажется... Что надо продолжить. Потому что верхнюю... Не знаю, сейчас сложно, наверное, будет достать. Так, у нас, кажется, заклинила одна пуля. Так, есть, есть, ребят, отлично. Замечательно. Ого! Вот этого я вообще никак не ожидал. Ну, в принципе, наверное, не особо сложно. Так, две уже сбил. Охренеть. Просто так нашарил, выстрелил. И две сбил. Да, теперь там в углу такая каша, что ее, наверное... Очень долго придется разгребать. Зашибись, блин. Прилетело. Так, давайте продолжим. Вот нырнуть бы туда. Да что такое? Давайте продолжим. Так, теперь придется другой рукой вот так вот.
Я там как в укрытии лежу, партизаню, наблюдаю за происходящим. Не, ну попасть нереально туда. Только если чисто вот случайно. Да. Конечно, реально, как я сказал, нырнуть туда, и это бы решило много проблем бы сразу с этими рикошетами. Да ладно, каким-то чудом сбил. Отлично. Так, у нас снова телевизор. И это не есть хорошо. Так, давайте продолжим. Как вот здесь-то мне теперь сделать, я даже не представляю. Да ну нахер. Есть! Есть контакт! Блин, сложный реально уровень. Здесь только чисто на удачу прям. Итак, ребят, последний 30-й уровень в этом видео. У меня осталось как раз чуть-чуть денег, я уже тут все потратил на этом уровне. Все оставшиеся. Я думаю, сейчас мы взорвем телевизор и спокойненько расстреляем все бутылки уже под водой. Думаю, один из самых простых, наверное, вариантов. Вот. Теперь мы спокойненько, практически спокойненько, сможем подплыть туда. Так, мы же можем подплыть, да. Сейчас перетащим потихонечку персонажа. И тупо расстреляем с упора все бутылки. Ну и вот эту последнюю еще. Вот и все. Ну а к следующему видео я за кадром тут подкоплю деньжат. Можно же перепроходить старые уровни уже. И наберу немного денег. Так, посмотрим, что за дальше у нас там. Ага, понятно. А, ну хорошо, давайте, наверное, на этом закончим сейчас. Выйдем в меню. Всем удачи, всем пока и до новых видео.